Смотрите и слушайте программу «Такие дела». Экономика – наука зловещая, говорят люди бывалые, а незнание экономических законов не освобождает от ответственности. Понятие, что есть малый и средний бизнес, конечно, известны каждому. И что развивать, и поднимать, и поддерживать предпринимателя надо, тоже всем хорошо известно. Своим мнением на этот счет поделится сегодня Максим Карельский, депутат Архангельской городской думы, член постоянной комиссии по экономике, собственности и предпринимательству, практикующий юрист. Здравствуйте, Максим Владимирович. Здравствуйте. В конце мая в Архангельске прошел 4-й международный юридический форум «Белые ночи». До этого он проходил в Санкт-Петербурге и вот перебрался в Архангельск. Правильно все, да? Так что мероприятий с таким названием у нас в городе прибавилось. Вы были непосредственным его участником. И, так сказать, чем интересно было вот из гуще событий это высокое собрание? Ну, я был не только участником, я еще делал доклад в рамках этого форума. Во-первых, это действительно большое событие для всех юристов нашего региона, потому что такого массового приезда компетентных профессиональных юристов со всей страны никогда в Архангельске не было. Безусловно, это большая в этом заслуга действующего сенатора от Архангельской области Константина Добрынина. Тема была заявлена для обсуждения «Белкомур», поскольку действительно сегодня это может быть отчасти неким спасением для нашей северной территории непростой, потому что очень сложно развивать здесь бизнес, выживать малому, среднему бизнесу. Логистика очень сложная, климатические условия. Поэтому для нашей северной территории освоение этого проекта, безусловно, очень важный и такой актуальный проект. С другой стороны, как бы лейтмотив форуму задал представитель общественной палаты Пермского края, который заявил, что в 2012 году проект «Белкомур» отпраздновал свое столетие. То есть впервые об этом заговорили в 1912 году. 100 лет говорят о проекте, да. Это же надо, да? То есть так немножко опустил всех на землю, объяснив, что это безусловно очень важно, в том числе для Пермского края, который входит в состав тех субъектов, где реализовываться будет этот проект. Но в любом случае до практической реализации этого проекта очень далеко. И сейчас далеко. И сейчас далеко, безусловно. Как раз мы на форуме обсуждали те вопросы, которые могут возникнуть в последующем при реализации проекта, и как сделать так, чтобы сегодня территории были подготовлены к реализации этого проекта. Но мой доклад, он немножко, так сказать, не совсем соответствовал, быть может, заявленной тематике, но, на мой взгляд, он был очень актуален и изначально был поддержан руководителями этого форума. Доклад он касался о том, как сегодня сделать привлекательность северной территории для развития малого и среднего бизнеса. Потому что мы понимаем, что предпринимателям надо работать сегодня, да. И опираться на законодательство, действующее сегодня, да. И выживать из него все соки. Наверное, мы об этом будем поподробнее говорить, потому что действительно это вопрос очень актуальный. И малый и средний бизнес вот в связи со всеми последними законами, постановлениями, ему совсем тяжело выживать, и индивидуальное количество индивидуальных предпринимателей резко сократилось, да, в связи с увеличением страховых взносов и так далее. Да, по этому поводу уже много говорили. Да. Я, сказать, подведу небольшой итог. Сегодня поручение президент страны дал правительству выработать меры по тому, чтобы снизить... А я вот вас перебью. А почему у нас сначала закон, затем начинаются какие-то поправки, затем схватываются за голову и говорят, ах-ах-ах, что же мы наделали? Ну, наверное, проблема основная в том, что сегодня все-таки эффективно не отработан механизм, связанный с обсуждением каких-то инициатив на федеральном уровне с общественностью и с институтами, которые объединяют, в частности, предпринимателей. То есть широкого обсуждения этой инициативы не было, а уж тем более, скажем так, общественного голосования, пусть и заочного по этим инициативам. По большому счету был принят документ нормативный, и потом стали ему подчиняться предприниматели по всей стране. Но на самом-то деле для северной территории это может быть сегодня не самая большая проблема. У нас на форуме
прозвучал как пример, очень, сказать, такой доступный на бытовом языке, да, вот, значит, расклад. Сегодня предприниматель, который заработал здесь денежные средства, достаточно, например, суммы, готов построить завод. Он считает сегодня экономику строительства завода в Архангельске, например, в Воронеже. И у него она абсолютно не бьется и совершенно не в пользу Архангельской области. Объясню, почему. Значит, для того, чтобы построить завод в Воронеже, необходимы вот такие стены, в Архангельске вот такие стены. В Воронеже топить завод 9 месяцев в году не надо. Это здесь мы говорим про энерготарифы. То есть это объективные причины. Подсотке, да. Я о чем говорил, что здесь очень много специфических нюансов, которые как бы отталкиваются, вот в том числе от климатических наших условий. Во-вторых, значит, завод мы запустили с вами. Здесь, значит, работникам необходимо платить на фонд заработной платы наклады, северная надбавка, районные коэффициенты. С ними вообще очень интересная, значит, ситуация. Если вы знаете, я после форума на следующий день прибывал в столицу Севера Алексей Кудрин. У нас была встреча. Да, это же присутствовало на встрече. Да. Встреча, да. Значит, и я как раз ему задавал вопрос, что вы думаете по этому поводу. Значит, действительно, в свое время, еще в советские времена, законодатель установил, что на заработную плату начисляется северная надбавка, районный коэффициент. Но раньше были все предприятия государственные, да. И они все получали соответствующие денежные средства, эти компенсационные выплаты. Вот в 90-х годах все изменилось. У нас сейчас страна Россия, вот мы празднуем День России 12 июня, и изменилось законодательство, изменилась страна. И сегодня, как есть и государственные предприятия, есть и частные работодатели. Так вот, сегодня по-прежнему получается государственным предприятиям денежные средства эти компенсируются государством. А для частного работодателя этот закон существует, но для него никаких компенсационных, значит, сказать, выплат не предполагается. Да, и Кудрин-то вообще это считает рудиментом совершенно советской и эпохи. И Кудрин сказал, да, что на его скромный взгляд, он считает, что сегодня это, безусловно, иррациональная мера. То есть нельзя сегодня частных работодателей нагружать чересчур. В том числе он сказал, что на его взгляд, как бы, эта мера, как бы, является иррациональной. То есть заставлять работодателя платить. Или же, как вариант, который мы обсуждали, они должны получать соответствующие дотации из бюджета, возможно, федерального. В противном случае что мы получаем? Например, если оклад 10 тысяч рублей, 70% составляет для территории Крайнего Севера надбавки коэффициент. Получается, работодатель должен выплатить 17 тысяч рублей работнику. Ведь не секрет, что сегодня многие работодатели действительно, сказать, показывают, вынуждены показывать маленькую заработную плату, чтобы в итоге, значит, северная надбавка, районный коэффициент, потом единый социальный налог, то есть все это вырисовывается достаточно, сказать, большую цифру для работодателя. Ну и к тому же сегодня еще по действующему закону, как бы, вот, налог на доходы физических лиц, исходя из, значит, общего дохода, который, как бы, рассчитывался на работника. Куда ни кинь, всюду клин. Клин, но тем не менее сегодня мы говорим о том, что эти вопросы на поверхности. Кстати говоря, в этих вопросах, на мой взгляд, очень хорошо продвинулся вперед Дальний Восток. Там же такие же, да, совершенно вот проблемы. Да, как пример я вам скажу, что сегодня уже на федеральном уровне существует целое профильное министерство по Дальнему Востоку. Разрабатывается законопроект о развитии Дальнего Востока. Там как раз все эти вопросы и учитываются. Там основной лейтмотив документа каков? Необходимо привести или постараться привести в некий баланс, в некое равновесие предпринимательское сообщество северных территорий с сообществом предпринимательским, значит, средней полосы или южной территории. То есть, повторюсь, мы сегодня объективно проигрываем, и необходимы какие-то меры. Возможно, это налоговые преференции, возможно, налоговые каникулы. Вот речь идет о том, чтобы каким-то образом сделать так, чтобы был смысл, был интерес у предпринимателя деньги оставлять на этих сложных северных территориях, и надо каким-то образом заманивать. Но надо достучаться до высшей власти, да? Вот в 2013 году... На месте что-то можно сделать? Я все-таки склонен полагать, что здесь
здесь, значит, тональность, да, вот, сказать, основным двигателем этого вопроса должны стать федеральные власти. Это предполагает изначально корректировку федеральных законов. У нас как бы вертикаль предполагает, что мы сначала корректируем федеральное законодательство, потом областное. И то есть пока не спустят сверху, да, мы так и будем, в общем, жаловаться. Но мы не жалуемся сегодня. Повторюсь, сегодня был госсовет в апреле 2013 года. Как раз все эти инициативы Дальнего Востока были поддержаны на уровне правительства Российской Федерации. В том числе по вопросу северных надбавок и рынка коэффициента. Эти инициативы по корректировке вот этих требований законодательных платить обязательно. Значит, были поддержаны Титовым, это сегодня уполномоченный, значит, по защите прав предпринимателей, федеральный служащий. И я надеюсь, что в 2013 году, по крайней мере, например, в отношении Дальнего Востока и его северной территории будут приняты какие-то интересные, прогрессивные законодательные акты. И я надеюсь, что каким-то образом мы сможем, опираясь на практику лучших регионов, реализовать ее здесь. То есть мы надеемся, что нас в очередь поставят на рассмотрение наших проблем. Да, мы надеемся, что мы сможем лучшую практику оценить, проанализировать и ее применить. То есть сегодня, безусловно, необходимо помогать предпринимательскому сообществу, чтобы оно сегодня здесь строило заводы и создавало рабочие места. Это слово «помогать». У нас бесконечное количество круглых столов, конференций проводится, да? Разговоров очень много. Вот на. Но что практически, что реальные, индивидуальные предприниматели, сколько их закрылось? Более 3000, по-моему, предпринимателей закрылось в этом же году. Мы об этом говорили, да, что все понимают первопричину, и все сообщества предпринимателей, вы знаете, и Деловая Россия в том числе, они обратились с соответствующей петицией в органы исполнительной власти, значит, президенту страны, премьер-министру. И сегодня Владимир Владимирович Путин, если вы видели, поддержал, да, эти инициативы и посчитал, что необходимо корректировку законодательства и устранить вот такие вот обременения в отношении предпринимателей. Ну, это делается постфактум, тем не менее. Но все-таки в регионе у нас есть действительно своя специфика, как вы привели пример, да, со стенами там и так далее. Но наша власть региональная что-то может как-то облегчить? У нас существует областной закон, который предполагает определенные льготы, налоговые льготы предпринимателям. Но, к сожалению, вот мы опять же брали подобные законы в других субъектах. Калужская область, Вологодская область, северная территория. Совсем рядом. Да. Наш закон, мне кажется, сегодня не настолько, эффективен и не настолько отвечает требованиям вот сегодняшнего дня. Объясню, что я имею в виду. Например, для того, чтобы воспользоваться налогом на имущество, значит, предприятие, которое хочет воспользоваться льготой в размере 0% только на имущество, по нашему областному закону должно в капитальные вложения вложить 1 миллиард рублей за 3 года. Таких предприятий в Архангельске практически нет. Так. У нас сегодня, значит, только один клиент к нам обратился с вопросом изучения возможности применения этого областного закона. Один всего лишь клиент. Это получается, что у него в перспективе он надеется сделать капитальные вложения в размере 1 миллиард за 3 года. Это очень большие цифры. Угу. Мы полагаем, что планка реально очень завышенная. То есть она не учитывает специфику северной территории. У нас таких предпринимателей крупных здесь нет. Повторюсь, на территории других субъектов законы такие же существуют, но планки там, входы, так сказать, барьеры, они намного меньше, ниже. Угу. Мы говорим о том, что необходимо это корректировать. Вот как пример, что можно сегодня сделать для того, чтобы хотя бы на уровне областных властей вот, создать, ну, скажем так, интересные условия для ведения бизнеса для предпринимателей. То есть областной закон сегодня, на наш взгляд, в том числе нуждается в корректировке. И еще немаловажный момент, опять-таки оценивали законы других субъектов, все эти законы, кроме того, отдельно выделяют так называемые стратегические виды деятельности для территории этого субъекта, для них еще особенные, так сказать, налоговые льготы, то есть планки там еще ниже.
То есть от аж там цифры 3-5 миллионов рублей. Да, но вот вы выходите и сами, само предпринимательское сообщество, у нас ведь есть «Опора России», «Деловая Россия», да, выходит с этими предложениями к областным депутатам, к нашему правительству? Я повторюсь, значит, в рамках форума я об этом сказал, и сегодня этот, значит, наши инициативы мы, так сказать, в форме документа, вот обличили форму документа и передали непосредственно правительству Архангельской области. Для того, чтобы, возможно, наши инициативы, предложения будут оцениваться и, возможно, они будут реализованы практическим уровнем. Мы там сделали достаточно как бы понятную такую, так сказать, значит, очень понятную, на наш взгляд, сравнение с областными законами других субъектов и предлагаем сегодня областной закон наш корректировать. По крайней мере, как бы существует еще закон, который реально представляет определенные льготы. У нас консолидация есть предпринимателей? Да, у нас сегодня, ну, мы наблюдаем, значит, как «Деловая Россия», у нас региональное отделение в Архангельске было создано осенью 2012 года, то есть не так давно. Тенденция к тому, что предприниматели обращаются, им все равно это все очень интересно, потому что так или иначе мы сегодня пытаемся интегрировать наших представителей во все органы власти. Ребята, если вам есть что сказать и вы чем-то недовольны, пожалуйста, сегодня по большому счету все органы власти, начиная от губернатора Архангельской области и заканчивая, не знаю, прокуратурой или таможенными органами, говорят о том, что, пожалуйста, мы готовы ваших членов включать в составы советов, да. Они проводят достаточно регулярно, по меньшей мере раз в квартал, встречи с бизнес-сообществом. И там, и инициативные, значит, неравнодушные, деловые люди могут заявлять об своих инициативах. Это делать очень легко, и это реально сегодня механизм. Поэтому мы как раз и декларируем, приглашаем предпринимателей, которые чем-то недовольны или хотят поменять ситуацию в субъекте, а может быть даже и в стране, обращаться вот в такие сообщества предпринимателей. И не только, значит, где-то там вот собираться, но и реально вслух, используя инструменты, например, «Деловой России», обращаться в соответствующие органы. Да, и не надо бояться, в общем, да, у нас ведь еще боятся, а вдруг там что-нибудь, последние крохи отнимут? Ну, вы знаете, сегодня на самом деле, вот, что бы ни говорили, на мой взгляд, как политика и юриста, все равно общий такой тренд государства — это постараться максимально сделать открытым, доступным общение бизнеса и власти. То есть сегодня, я думаю, бояться нечего абсолютно. Можно говорить о смелых своих инициативах. Я, например, сегодня же говорю о том, что, на мой взгляд, областной закон сегодня требует, значит, внесения в него изменений. И я полагаю, что никаких последствий, ну, больше чем уверен, для меня это не будет предполагать. Это совершенно нормальная полемика, мнение юриста, основанное на практике работы других субъектов. А предпринимателю, вот, человек, который желает открыть свое дело, ему обязательно знать азы экономики? Вообще хотелось бы, конечно, чтобы предприниматель знал немножко азы не только экономики, но и чуть и права. Вот, потому что, безусловно, много очень подводных камней. И у нас были случаи, когда мы понимали, что, значит, бизнес у предпринимателя идет плохо или идет вообще, или приходит налоговая проверка и доначисляет ему большие суммы налогов по той причине, что изначально он или неправильно выбрал систему налогообложения, или неправильно, так сказать, руководствовался, значит, законом и, например, ставил расходы, которые он не должен был ставить. То есть налоговый теперь их не принимает, начисляет ему налог, и в итоге подвергается, так сказать, большой опасности его весь бизнес. Конечно, вообще я считаю, что экономика, ну, может быть, для предпринимателя прежде всего, на мой взгляд, основное качество – это, значит, такое чисто интуитивное, быть немножко и рисковым человеком, да, и отчасти азартным, желание идти вперед, не бояться и быть лидером. Потому что предприниматель – это человек, которого в любом случае, рано или поздно, у него будут оформлены за ним люди. Штат будет расти, на него будет равняться, он должен быть одновременно и лицом компании, и должен быть лидером, и, сказать, излучать такую, знаете, энергетику победителя. Идти вперед и ничего не бояться.
И в этой ситуации важно себя, безусловно, окружать определенными консультантами. Юристами обязательно, если есть возможность, значит, финансовых консультантов, тоже было бы здорово. Профессиональную команду, в общем. Да, но самое главное, безусловно, у нас же по действующему законодательству, по гражданскому кодексу, предпринимательская деятельность – это деятельность, которая осуществляется на твой страх и риск. То есть, безусловно, ты начинаешь делать ее, закон как бы есть, пожалуйста, выбирай свою нишу и начинай как бы реализовывать свои способности. Ну хорошо, может такой популистский вопрос, но тем не менее перспективы в Архангельской области вы видите? Вы давно занимаетесь предпринимательством, сам предприниматель? Я вижу, у нас на самом деле очень большой огромный потенциал. Мы же это понимаем четко. Единственное, что этот потенциал у нас, он, так сказать, глубоко спрятан. И чтобы его реализовать, необходимо терпение, большая такая сверхмобильность и федеральных, и местных властей. Но в целом я оптимист, я здесь работаю. И в общем я считаю, что здесь можно работать, зарабатывать деньги. И наши клиенты, которых сегодня очень много, в любом случае выживают. Их бизнес не семимильными шагами, но растет. И я считаю, что сегодня наша задача все-таки сделать так, чтобы сюда приезжали предприниматели даже из других северных территорий, может быть, сказать, средней полосы, чтобы каким-то образом у них был, вот, сказать, был создан механизм, который бы сюда бы привозил бы денежные средства, и здесь эффективно бы, как бы их осваивали. То есть здесь можно, мне кажется, создать какие-то очень интересные условия для бизнеса, только надо в этом направлении очень много работать. Ну и второй момент, безусловно, надо повышать, значит, привлекательность предпринимателя как профессии. Сегодня ведь не секрет, что если в свое время, в 90-е годы, молодежь очень, так сказать, с трепетом, так сказать, с интересом относилась к предпринимательству как к профессии, да, то сегодня, к сожалению, предприниматели в большей степени ассоциируются с проблемами, с большими налогами, с нестабильностью, да, с большим, сказать, предвзятым отношением силовых, сказать, контролирующих органов. И вот по статистике сегодня только там 5-10% действующих студентов готовы дальше быть предпринимателем и связывать свою жизнь с определенными рисками, которые предполагает предпринимательская деятельность. Это как бы не очень хорошая тенденция. Вот. Ну и в целом, про предприниматель, если вы смотрите сейчас, значит, соответствующие сериалы, так сказать, эфирные федеральные каналы, лицо предпринимателя такое всегда очень тяжелое, измученное жизнью, вот, обременённое рэкетёрами, какими-то, сказать, нехорошими людьми. И вот здесь очень важно нам тоже поменять все отношение к предпринимательству. Говорить о том, что это хорошо, это замечательно. Тем более, если вы активны, неравнодушны и инициативны, вам... То есть мы опять в начале пути, Максим, как-то это... Для меня это грустно. А вы вот оптимист. Ну, я бы сказал, что грустно. Мы же сегодня не видим о том, что, во-первых, массовый выезд и отъезд из Архангельска предпринимателей, сегодня такого нет. Они говорят о том, что мы сегодня готовы здесь работать и хотим работать. И многие ведь у нас реально любят территорию северную и город Архангельск. Но мы сегодня говорим о том, что сегодня нас всерьез и вслух говорит о том, что, к сожалению, сегодня северные территории по определению не могут быть конкурентами для территории средней полосы. Этого не надо стесняться, об этом надо говорить вслух. И честно. Да. И лучше, кажется, сразу и честно сказать. Нам вообще все казалось, что, значит, губернатор Архангельской области, кто бы там ни был, он прежде всего должен ехать в Москву и говорить: друзья, давайте говорить честно. Если нам с вами необходим север, русский север, давайте сделать так, чтобы нам здесь создавать какие-то условия привлекательные, в том числе для бизнеса. Иначе отток капитала все равно имеет место быть. Мне сегодня тяжело подобрать аргументы, объективные аргументы для предпринимателя, который поставил бы сегодня свои деньги. Потому что мы с вами обращаемся к этому примеру, да, экономика не бьется. Один и тот же завод построить в Архангельске, например, там, в Сочи, это две большие разницы. Это как бы неправильно. Мы объективно проигрываем, но надо помогать. И опять-таки, вот слово «помогать» в этой ситуации, оно опять-таки не сказать, обусловлено тем, что здесь, сказать, слабые мозги или не можем мы придумать что-то такое-такое. Повторюсь, климатические условия очень сложные. 7 месяцев в году, по большому счету, в Архангельске зима, которая предполагает необходимость топить заводы, ну и вот все остальное. Поэтому надо помогать, и здесь необходимо, чтобы федеральные власти очень, сказать, так внимательно отнеслись, да, к этой проблеме. Серьезно, конечно. В завершении 3 коротких вопроса, так сказать, без подготовки. Как начать свое дело, не имея крупного капитала? Ваш рецепт? Совет? Ну, мой рецепт простой. Я больше верю, что в Архангельске очень много ниш,
которые еще не заняты, сказать, предпринимателями. Повторюсь, я сам себе человек, как говорю, не надо ничего изобретать, все из нас уже изобретено. Вот. Просто надо проанализировать лучшие практики по территориям хотя бы России. Поездить по стране. Я вот был недавно, значит, тоже в Субете в одном, как бы, да, соседнем, в город с последним, с Архангельском. Очень много посмотрел, чем занимаются там местные предприниматели. То, что здесь сегодня не реализуется. Но у меня как бы бизнес немножко другой, да, мы занимаемся консалтингом правовым. Но я повторюсь, очень много ниш здесь, которые можно, сказать, замещать. Просто надо брать лучшую практику, подсматривать ее. Ну или, может быть, даже идти в пути, сказать, вот франшиз. То есть покупка какой-то франшизы и успешного бизнеса, где-то рисковать, брать денежные средства в долг, если вы говорите, как бы, что их, mm-hmm. их нет. Но повторюсь, при нормальном, сказать, взвешенном подходе ничего не страшного, если бизнес открывается на заемные средства. Это как бы нормально, по большому счету весь бизнес, в том числе крупный, существует на заемные средства. Это не какое-то такое, знаете, исключение из правил, открыть бизнес на заемные средства. Я считаю, что это совершенно нормально. И если ты просчитал все, то экономика будет биться. Хороший какой у вас термин, такое выражение, экономика будет биться. Mm-hmm. Какую черту вы никогда не перейдете в своем бизнесе? В своем деле? Прежде всего, надо понимать четко, что работа юриста – это очень такая интимная работа. К нам приходят клиенты, и по причине того, что мы должны им помочь, у них, так сказать, возникает обязанность нам рассказать все. Все, что связано с этой проблемой. Mm-hmm. Достать любой скелет из любого, да, сказать, помещения. Надо быть еще психологом, да? Да, поэтому наша первая задача сделать так, чтобы человек понимал четко, что конфиденциальность, она предполагается по умолчанию. Это очень важно, потому что в маленьком городе репутационный фактор, он имеет первостепенное значение. То есть первое, это как бы у нас репутация, конфиденциальность. Потом, скорее всего, поставлю вопрос компетентности на второе место. То есть главное, повторюсь, быть чистоплотным человеком во всех смыслах. Значит, второе – это компетентность. Вот, наверное, как будто свои составляющие. И всегда ли вы высказываете свое мнение вслух? Мне кажется, что я, в общем, достаточно открыто и смело говорю в глаза все, что думаю. Спасибо, Максим. Это был Максим Карельский, юрист, депутат Архангельской городской думы. Спад – это когда приходится затягивать пояс. Кризис – когда нет уже и штанов. Будем верить и работать для того, чтобы этого никогда не случилось. Дел много. До встречи.